Общественная баня. Сидят двое мужиков, и мимо них проходят две женщины в баню. И один другому говорит: «Блин, да я их только недавно видел в Москве, а там перед входом стоит статуя в виде голого мужика. Дергаешь, ну вот за это самое место, он мыло дает. Дергаешь еще раз, он мочалку дает». Ну, мужик решил прикольнуться. Встал на входе, растопырил руки и стоит. И тут эти две женщины говорят: «Глянь, как в Москве!» Подходят к нему, дергают за это самое место. Он мыло дает. Дергают еще раз, он мочалку дает. Дергают еще раз, но никакой реакции. Еще раз дергают. Мужик не выдержал и кончил ей в руку. Она говорит: «Ничего себе! Он еще и шампунь дает!»